Первопричина существования туристических бандформирований не убрана. Она не ликвидирована. Финансирование, скорее всего, со стороны фундаменталистов продолжается. Это абсолютно точно. Пока не есть, будут даваться деньги. По поводу, кому это выгодно. Терроризм — такая страшная штука, крайне лицемерная и циничная. Она выгодна всем, потому что с помощью террористов можно решать задачи как с той, так и с другой стороны. Это политическая карта, которую надо просто правильно применить. Но все-таки раз факт был, значит, мы продолжаем жить в состоянии террористической войны. Это объективная величина.